Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Motorola Moto G 5G включить таймер в камере. Заходим в камеру. И здесь у нас есть такая иконка таймера. Третья слева. Нажимаем на нее. Давайте выберем 3 секунды. Проверим. Фото сделано. Давайте также проверим 10 секунд. Как вы видите, вы также можете отменить. Фотография сделалась. И чтобы таймер выключить, нажимаем выкл. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!